Налоги и новые возможности для развития бизнеса. Эти вопросы для казахстанских предпринимателей одни из наиболее волнующих. Сегодня жители областей озвучили их в Национальной палате Атамекен. Там обсудили роль конституционной реформы и важность предстоящего референдума. Чтобы узнать, как изменения в основной закон повлияют на жизнь страны, региональные представительства подключились по видеосвязи. Не получится так, что 5 июня пройдет референдум, а 6 июня мы проснемся в другом государстве. Все будет степ-бай-степ. Сегодня мы примем изменения в Конституцию, потом будут изменены, 20 законов будут изменены, будет изменена, значит, выборная система, будет возможность предпринимателям, в том числе активным гражданам, выдвигать свои кандидатуры и избираться и в мажлис по одномандатным округам, и в маслихаты по одномандатным округам. Это очень важно.